Всем привет! Спасибо всем огромное за комментарии. Обязательно сниму видео, как я делаю каравай. Это будет, наверное, на следующей недельке. Пришли мои две пары обуви. Одну пару мы отошлем назад. А одну я заказывала. Ну, так получилось, что я заказала два раза. Почему? Непонятно. Нажимать не надо два раза на одну и ту же кнопочку просто. Ну, она просто заела. И я нажала два раза, и она два раза купилась. И два раза деньги сняли с карточки. Вот. Так что, сейчас покажем, какие ботиночки я себе заказала. Такие вот ботиночки, как их цвет, вот такие вот беленькие, на шнуровочке. Я отдала за них 28 евро. Вот такие вот. Потом, как одену, я покажу. У них подъем внутри. Да. Они как на даму, как на сплошную подошву. Потом вот пришла нам рекламка. Каждую неделю приходит давно. Я не снимала, надо будет тоже заснять, вам показать, если интересно. Да не знаю, думаю, на плакат, что ли. Вот так вот закрыть и приклеить это. Раньше, может, кто помнит, такие открытки были. Это Ермачку в школе дали, ой, в школе, в садике. Чтобы мы вот это все заполнили. Здесь наклеили семейную фотографию, здесь его фотографию. Потом я же делала каравай, пекла. Вот надо будет только погладить. Вот такой у нас у меня рушничок есть. Это на свадьбе нашей был. Вот возьму его с собой. Сейчас покажу, какой плакат мы сделали. Делали ночью, конечно, все на скорую руку. Вот. Написали Русиши специалитет. Тут тоже надо заклеить вот это наклеить. И вот что будет продаваться. Но тут еще надо будет заполнить, дополнить и цены. Это открытку цены, мы прабабушку поздравляли. Да, это открытка Сашина прабабушку с 8 марта поздравляли. Еще какой год? Это был год 87-й. 87-й год? Вот. Саша еще тут написал. Видите, Россия. Вот, говорит, надо черную, говорит, обвести. Я говорю, да, может, не надо, вдруг не так поймут. Пусть знают, что мы любим Россию. Ну, мы-то ее любим. Ну, потому что мы русские, конечно. Вот. Так что делаю там пробную выпечку. Потом, когда буду все собирать, я вам покажу, что я с собой беру, какие начинки. Пробную выпечку покажу вам. Вот, так что переключимся. Надеюсь, там тоже поснимать. Надеюсь, у меня это получится. Ну, ладно. Переключимся позже. Сделала пробную выпечку. Вот это пирожки с капустой. Вот это пирожочки с картошкой. Сейчас Саша будет пробовать и оценит, пойдут такие пирожки или нет. Но это как, это для дома, а там же буду печь с детками. Сейчас буду делать булочки, потом покажу. Так, ну сейчас покажу. Так, вот мои ботиночки. Ты мотоцикл? Так, вот мои ботиночки, вот так вот они выглядят. Так, вот. Так, ну что я с собой беру? Сейчас покажу. Соломочку, соль, мука, яйца, потом ванильный сахар, это миндальный тертый орешек, маргарин, забыла уже. Вот такие вот булочки беру с собой. Ну, мой каравай. Начинку для ватрушек, это творожная начинка,
Вот такие вот молочные коржики я сделала. Это для пирожков тесто, это для булочек тесто. Это мясо с картошкой, это капуста, это толченка, а это тесто творожное. Это мясо с картошкой, будут такие плетеночки. Ну и беру с собой хорошее настроение. Надеюсь, все получится. Да, Еремушка, получится у мамы? Хорошенький. Ладно, буду собирать. Саша говорит, на улице весна. Вот, надеюсь, там удастся мне заснять и вам показать. Так что ладно, все, переключимся. Я нахожусь в школе. Там наш столик, потом покажу. Вот это моя кухня. Здесь мы готовим, шарудим. Вот так вот. Все на виду, все. Там пекутся наши пирожки. Уже пора вытаскивать. Вот так вот, потом выйду еще покажу. Все, Спасибо.
Классно. Вообще супер. Вон, ну так можно смотреть, где я живу. Эпизод. Будем возвращаться назад. Народу много. Музыкальный класс.